145 тысяч пачек контрафакта. В Самаре полицейские обнаружили крупную партию поддельных сигарет. Хранились они в гараже на улице Новосадовой. По версии правоохранителей, немаркированные папиросы сбывал самарец 81-го года рождения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а грозит ему до 5 лет лишения свободы и крупный штраф. Выйти на торговца удалось благодаря контрольной закупке, которую оперативники проводили ранее. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники Управления экономической безопасности проводят мероприятия, направленные на пресечение сбыта немаркированной табачной продукции, а также выявление каналов поступления данной продукции в Самарскую область.